Во-первых, это исключает из диеты помидоры. Исключает из диеты, если вот на подсолнечник и на полынь халву, щербет. Хотя бы вот в летний период, чтобы не было наслоения. А почему вот именно помидоры? Потому что идет перекрестное реагирование. Они, вот так скажем, антигены детерминированы. Ну, как если по-народному сказать, у них есть как, ну, как двоюродный брат или троюродный брат. Понимаете, у них есть общая генная структура. И эти помидоры, может быть, вызывают? Да, они могут вызывать. Вы сегодня, допустим, съели все нормально, а завтра что-то, там уже накопление идет. Вот, и поэтому может произойти вот такая реакция. Исключается до сентября месяца дыни, арбузы, виноград. Те же мыло, шампуни, косметику стараться не применять, в составе которых есть трава, любая трава. Таким пациентам мы рекомендуем в летний период быть очень осторожны с лечением различными настоями, отварами, сборами трав, потому что там опять-таки может быть перекрестное реагирование. Но если уж по показаниям нужно, тогда нужно по отдельности траву пить. Например, если вот желчегонный сбор, что туда входит в состав, эти все травы пить по отдельности. Может быть, это будет чуть подольше, но зато эффект будет больше. Пациентам мы говорим о том, что в транспорте они не должны сидеть около открытого окна. Потому что это, опять повторяюсь, это ветроопыляемые аллергены. Перед тем, как на улицу выходить, у нас есть препарат, который защищает организм. Вот, слава Богу, у нас сейчас в аптеках они есть. Они называются общим названием кромоны. Кромоген, тот же кромоглин, впрыскивать в нос, в глаза, в рот и спокойно за 15-20 минут. Это не так, что вот вспомнил и пошел. Значит, надо выждать, чтобы вот этот препарат осел, опылил хорошо слизистую носа, глаз. И только после этого выходить на улицу. Что после того, как он даже 5 минут побыл на улице, должен прийти, обязательно должна быть ванна кипяченая вода. И вот этой кипяченой водой промывать нос, глаза, рот. Что обязательно нужно менять верхнюю одежду, в которой вы были на улице. Вот если даже вот эти банальные, ежедневные вот эти процедуры проводить, рекомендации, сам аллергический фон уменьшается.